пулеметчик. Ассаламу алейкум, я обращаюсь к тебе. Все хотят увидеть наш бой, так что я вызываю тебя на бой. В комментариях, я опять же повторюсь, я не читаю комментарии. Но мне отправили скрины. Якобы после боя, после нашего боя с Артуром, меня кто-то искал там, кто-то хотел меня наказывать. Распускали слухи, типа, меня ищут там, все такое. Я скажу сейчас, а вы запомните навсегда. Памирца никто никогда в жизни не искал, меня не надо искать. Просто позвоните мне, и куда надо будет, я сам приеду. У меня все. Единогласным решением судей победил памирский боец Чоршанбе Чоршанбе. Я посмотрел сейчас бой, бой был хороший, удивило твое кардио. Если я думал, ты устанешь раньше, но ты не устал, хорошо. Я просто перестал кальян курить. Больше всего удивило то, что ты после боя подошел и поговорил так. Ну, было очень неожиданно. Но от этого я слабее тренироваться не буду, к тебе готовиться. Вот, у нас как бы этого поединка многие ждут, вот, поэтому и мне тоже интересно его провести. Потому что я как бы расцениваю тебя на самом деле, ну, если откровенно, как сильного соперника. Так получилось, что первый мой дебютный бой, мне попался такой соперник. Но, как говорится, назад уже пути не было, поэтому и сейчас тоже назад пути нет. Поэтому да. Мы с тобой все. На начало марта. Все, ты хотел реванш, я дам тебе реванш. На начало будет марта. Реванш. Окей? Локти у нас будут? Нет, реванш подразумевает тот же самый вес, те же самые правила. А вот. Тот же самый вес это какой? Ну, мы на 84 же брались. Вы да, тогда. Мне еще и набрать, получается, надо, да? Не-не-не, давай промежуточный сделаем. Давайте реванш. Реванш означает все то же самое, нет? Ладно, я на все согласен. Артур, я скажу тебе так. Ты тут стоишь, я тут. При всем уважении к тебе, к твоей команде, к тем, кто тебя поддерживает, но если 100 раз будет реванш, я 100 раз тебя побью, братуха. Окей, давай сделаем это. Насчет прежнего боя, ничего плохого обо мне не думай. Просто я чисто на эмоциях. Ну, ты на эмоциях себя так повел, я для себя вывод я сделал, просто, что ты не совсем. Я просто до боя с тобой. Ты сказал, что ты перед боем со мной работал только на стойке, все такое. Ожидал, что я тоже буду работать на стойке, все такое. А я до боя с тобой, я скажу тебе так, я вообще не тренировался, я работал чисто. И работал я кальянщиком. И до боя с тобой трое суток я не спал. Я когда пришел на бой, я был не выспавшийся, у меня были опухшие глаза, вы сами все видели. Я даже одно элементарное слово не мог сказать. Все смотрели бой в комментариях, все пишут, типа я был под чем-то, я не был ни под чем-то, я что-то незаконное ни в коем случае не употребляю, я просто работал кальянщиком, я просто работал, зарабатывал на жизнь этим, все, ничего личного. Понятно. А на реванш с тобой, смотри, я буду готов, я не буду работать кальянщиком. Нет, понятно, да, все. Я понимаю, что будет лучшая версия тебя. Все, руки пожми. Все, значит, у нас в марте реванш. Что, все хотят увидеть мой бой с пулеметчиком там. Если что, он твой друг там. Ну да, мы дружим. Ну, передай ему, он сам видео тоже увидит, но ты тоже передай ему. До реванша с тобой я хочу с ним подраться. То есть до марта ты хочешь, да, провести до марта. Поединок? Я думаю, это будет интересный бой, но в любом случае все будет зависеть от Зелимхана, он будет принимать решение. Я на него давить не могу, его уговаривать, что он как бы провел поединок с тобой. Это будет уже отдельно ваша история, ваш бой. Да, вот именно. Тебе был бы интересен такой бой? С кем? С пулеметчиком вообще. Не, без разницы, просто все говорят, все хотят увидеть наш бой. Мне главное, что публика смотрела, публика это хочет, так что... Как думаешь, какие шансы в этом бою будут? У пулеметчика? Если он подтянет партер, то у него шансы будут. Но так как он боксер, у боксера всегда есть шанс попасть, нанести нокаутирующий удар. В боксе есть такое выражение,
панчер всегда имеет шанс. Вот. Зелимхан, он нокаутировал своих соперников, неоднократно это было. Поэтому, если человек обладает нокаутирующим ударом, у него всегда есть шанс. Недооценивать его не стоит. Ты не недооцениваешь Зелимхана? Такого нету. И с тобой тоже такого не было. Ни с кем такого нету. Короче, пулеметчик, ассаламу алейкум, я обращаюсь к тебе. Все хотят увидеть наш бой, так что я вызываю тебя на бой. Прими и покажем всем, на что мы способны. Все хотят, чтобы меня уничтожили. Два бойца уже это сделали. Давай еще ты попытайся это сделать.